Samsung S85 2.0. Замена флеш-считывателя. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Samsung S85 2.0». Чаще всего флеш-считыватель выходит из строя из-за попадания влаги. Флеш-считыватель на данной модели идет в сборе вместе с вибродвигателем и боковыми клавишами громкости. С помощью отвертки отсоединяем модуль с флеш-считывателем с корпуса телефона. Новый модуль по направляющим прикладываем к корпусу телефона и защелкиваем. Все, флеш-считыватель заменен.